Алибасов разъехался с Федосеевой Шукшиной, поползли слухи, что Звездный Союз развалился. А ведь Барри Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились совсем недавно. Молодые супруги, ему 71 год, ей все 80, зарегистрировали свой брак прошлой осенью, но в марте актриса без мужа отдохнула в Испании, и это многим показалось странным. А сейчас соседи Барри Каримовича утверждают, что давненько не видели Лидию Николаевну. Ну и понятное дело, решили, что звездные супруги уже разошлись. Если они жили вместе, то сейчас, наверное, разбежались. Не появляется она у нас в последнее время, сообщили нам бдительные соседи Алибасова. А мы с супругой регулярно разбегаемся, со смехом признался Барри Каримович. Но вы не переживайте, я как раз жду, что сейчас мой бдитель Лиду ко мне привезет. У нас такой порядок. Иногда отдыхаем друг от друга. 2 дня провели вместе, потом решили на денек расстаться. Но уже сегодня вечером мы с Лидой в гости пойдем. Стараемся дома не сидеть. То туда идем, то сюда. Можем у друзей засидеться до 2 часов ночи. Да как подростки. Нагуляемся, поспим, обнимемся. Нам хорошо вместе, но нужны перерывы в общении.